Так, ну я немножко переоделся, хотя не нашел там опять-таки вот эти вот три новых открытых одежды, хотя нашел одну, но почему-то оно не отобразилось, что я ее нашел. Ну да ладно. А знаете, что заметил? Что тут нет диалогов, ну то есть выбора в диалогах вообще в этом сюжете, в этом году. Просто играешь в режим Вольта, по сути, и смотришь диалоги. Ну окей, ладно, ладно, я не против. Давайте поехали, что ли, дальше. Там у нас следующий турнир, наверное, будет. И нам нужен новый игрок. Пока что мы ждем. Джей крепкий. Вот только когда кресты рвутся, неважно, крепкий ты или нет. Ребят. А вот и Джей. Ну что? Шесть месяцев. Минимум. Тогда нам хана. Вот этот настрой. Да ну и при чем тут вообще наш настрой? Тут суровые факты. Без Джея у нас нет никаких шансов выиграть чемпионат мира. Слишком много слабых мест. У тебя комплексы в отношении женщин. Это точно. Ты перегнул палку. То, что она женщина, тут ни при чем. Ей мастерства не хватает. Ух ты. Извини, Джей. Но без тебя я не вижу у нас ни единого шанса. Ты сливаешься? Защищаю себя от неудачи. Пока. Что происходит, Джей? У меня была команда в Амстердаме. Я рискнул всем, чтобы попасть на тонущий корабль. Иногда бывают заминки. Не психуй. Да? У тебя нога не работает, и половина состава ушла. По-твоему, это заминки? Не команда, а ерунда. Ти. Ти, ну ты чего? Ти! И вот мы сейчас останемся с ней вдвоем и будем набирать... Кто-нибудь еще? ...себе команду новую, да? Как раз те вот ребята, которые были у нас там в менюшке, помните, когда я кастомизировал своего перса? Вот они и будут у нас сейчас. Окей. Что? И пропустить всю драму? Ну и вообще, вы, ребята, мне уже почти как семья, так что... Рэви. Разве я ухожу? Бобби? Бобби! Я просто так больше не могу! Ну хватит! Все, конец. Позвоню Катару, скажу, что в Токио мы не попадаем. Стоп. Не. Не, я тут. Сид тоже, чего отказываться? Рэф, спасибо тебе, конечно, но... Нет, нет, нет. В Токио ведь играем 3 на 3, так? И что? Без вратарей. Могу в поле играть. Найдем еще одного игрока, и тогда состав готов. Может, твой приятель Катара подгонит нам профи? Может быть. А после турнира что делать? Перестроимся. Да! Ой, полегче! Йоу, Катару-сан. Привет, это Джей. Слушай, можешь помочь? А, вот так все просто. То есть, а что горевали-то?
Катаро-сан нам сразу помог. Сразу у нас какой-то игрок новый сейчас появится, да? И мы отправляемся, ребята, в Токио. Новый турнир. Это турнир по уличному футболу Танго Токио 2020. Добрались за каких-то 20 часов. 26. Я первый раз в Японии. Можно сказать, меня немного подколбашивает. Так, надеюсь, Катара не подведет. Просто с ума сойти! Это еще что, все впереди. Так, все, наслаждайтесь. Красиво здесь. Знаете, у меня какой вопрос? Почему я хожу все, мой персонаж ходит все время в одной и той же одежде? Прилетел в ней. Сразу на футбол в ней. Играет в ней. Все в ней, короче. Эти вон переодеваются, а наш ходит вообще все время в одном и том же. Где-то тут. Слушай, убери камеру, а? Хоть раз просто сядь и проникнись тем, что происходит. Ладно, Джей. Это все для промо, знаешь же. Круто. А можно нам его в команду, пожалуйста? Вот его, да. Вот именно его. Чувак. Сегодня без особой помпы. Да? Так, это мой брат. Катаро Такура Такуда. И он в уличном футболе почти столько же, сколько и я. Я не настолько старый. Ты в игре? Катаро-сан, эта шина не просто модный аксессуар. Мне жаль, дружище. Восстановишься и станешь сильнее, как и всегда. Спасибо тебе. Ну, кого ты нашел? Рику, Кайто, Акане. Ты что, серьезно? Но времени не было, друг. Сам бы лучше сыграл. Это и есть Катаро, да. Так, теперь нам нужно нанимать игрока. После побед в матчах вы сможете нанимать себе в команду новых игроков. Не забудьте, что характеристики игрока и его игровая позиция влияют на сыгранность вашей команды. Нанятые игроки сохраняют характеристики и физические показатели, однако теряют снаряженные предметы. Ага. Так, ну 65, тут защитник. Кудо! Как-то получше, наверное. У Тамуры, правда, удар лучше. Хотя... Я даже не знаю. Вот либо Тамура, либо Кудо. Кого-то из них. Давайте вот этого, Тамуру. Да. Еще спасибо скажешь. Турнир уже начинается. Ганбаров. Да, окей. Кто это? Те, кем ты меня заменил? Но
По сравнению с тем, что у тебя было, это прорыв. Серьезно? Ты опять за свое? В этот раз за перчатками не спрячешься. Так, что ты тут делаешь, Питер? Я Пит. Ты же это знаешь. А, да, 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 прости. Что ты тут делаешь, Пит? Побеждаю. Что же еще? То, чего никому из вас тут точно не светит. Я пожелал бы удачи, но... Ну вот этот конфликт Пита вот с нашей Сид... А почему его нельзя называть Питером? Честно говоря, из пальца высосан Питер, вообще. Питер Пенка. Питер Пенка. Питер Пен. То есть это не специально так? Нет! Не догоняет, так, короче. Все, собрались. Теперь все серьезно. Нам нужно сделать себе имя и сразить зрителей на полу. Ясно? Давайте, покажите, чего мы стоим. Сейчас все будет. Итак, 1/8. О, тут 4 стадии. Ну что ж, ладно, давай, 1/8 финала. Поехали. Не хотелось бы проиграть, а иначе мы на чемпионат мира не попадем, если что, я вам напомню. Итак, первый тур у нас. Против кого? Эй, я же... Надо, наверное, состав было поменять там. По идее, да? А то у нас какая-то другая, да, в составе. Кумар. Блин. Странно. Ну ладно. Алекс. Давай, сейчас разберемся. Там мы вчетвером играли, а тут... Тут уже втроем. Оп. А сможешь сама добить? Блин, а почему мы против такой же играем? Почему две одинаковых девчонки играют в разных командах сейчас? Это очень странно, ну ладно. Ой, это нарушение было сейчас. Так, напоминаю, мировой класс. Это не хухры-мухры у нас, между прочим. Кумар, неплохо. Давай, Алекс. Опа! Хорошо, 1-0. А как принял-то мягко, а? Как принял? Ух ты, да, прямо лучник выстрелил. Но перед этим принял мяч, классно. Вот здесь раз, обработал, прошел одного и там уже последнего защитника переиграл. Защитницу, которая была вратаршей. Успел, успел. Едва не пропустили сейчас. И сразу... не вышло. Оттеснил. И... Второй пошел. Не до красоты пока. 2-1. Тут же ответка прилетела. А мы опять до 5 доиграем. Ох, как праздно, девчонка, ничего себе. Через борт сыграли. Блин, это наша длинная женщина, которая в нашей команде. Она очень медленная. Ай, как потеряли-то. Нет, 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 нет. Не успел я. 2-2. Вот тут уже посерьезнее пошло, да? В Токио-то. А я нарушил, да. Надо аккуратнее играть. У меня 9,4 оценка, кстати. Но это нам не помогает, потому что мы проигрываем. 3-2. Я вообще... Там вот это вот третий наш партнер, она вообще ничего не делает, она. Молодец, вот сейчас молодец. Давай, разыграем. Забегаю. Мой персонаж там еще говорит, быстрее, быстрее. Так. Катаем. Вот это скорость. И сами же забили. 3-3. Вот это разорвали сейчас в пас. Но там повезло, конечно. То, что отскочило прямо мне на ногу. Так, еще два мяча. Хороший отбор. Так, в пасик. Раз, два, три. Немножко дриблинга. Не помешает. Ой, раскат. Ой, раскат. Блин, я забываю, что удар это тут... Странные. Что, время кончилось? Перерыв? А если бы мы забили 5, то все? Матч бы закончился? Или какой тут регламент? Замен нет, кстати. Да. Как нас и предупреждали. Перехват. Да ё-моё, эти удары. Эти странные удары. Давай, надо забить. Оценка у меня опять 10. Типа я все делаю правильно. Но в пустые надо было отдать на пустые. Да, 3-3 сложнее играть. Ого, что творит? Что творит? Что творит вообще? 4-3.
Да, дубликат нашей подруги, что вытворила в составе команды соперника. Затолкал все-таки, есть. 4-4. Решающий гол, ребят. Нет. Нет. Молодец. Молодец, Кумар. Кто бы ты ни была, сейчас ты нас выручила. Реально выручила. Так, спокойно. Давайте атаку проведем хорошую. На баскетбол больше похоже. Можно обратно. И в пустые. Вот оно. 5-4. Это было потно, ребят. Это было потно. Это только первый раунд в Токио. Что будет дальше? Надо с большей концентрацией играть. Но благодаря Кумар мы выиграли все же. Вот этой высокой темнокожей женщине. 5-4. А можно состав поменять? Я там так-то азиат какого-то брал. В этот раз я забил все 5 мячей, если что. Но я играл единственного нападающего по нашей схеме, так что не мудрено. И получаем еще одно очко навыков. Как я и говорил, идем вот по этой ветке, давайте качнем зрелищность теперь. Талант позволяет исполнять более эффектные передачи и удары при использовании соответствующих модификаторов. Я этим пользуюсь. По красоте сейчас будем все делать. А это что я прокачал? Откующие позиции, завершение. Могу я? Да, сбросить. Чуть-чуть завершение вкачнуть. А все остальное вот сюда потратить. И у меня еще 2 очка остается. Нет, одно. 2 надо будет на дриблинг, вот я на него и потрачу. Потом на особые приемы еще. Будем копить. Так, ну вот он, японец. Кстати, она нападающая, играла в защите. Вот в чем прикол-то был. Давайте я Кайра Тамура поставлю. Кайто Тамуру. А Бенни Килмер отправляется в запас у нас. Диба Кумар, точнее. Вот она играла, да. У меня 68 рейтинг уже. Ну, у нас пока самая главная звезда — это вратарь, как видите. Я так и не понял, зачем тренировки проходить, просто чтобы, наверное, скилл свой поднимать. А других вариантов я здесь не вижу. Ну, то есть, вроде бы прокачки нет с этих тренировок. Могу ошибаться, пишите в комментариях, как это. Хотя я, наверное, запишу весь режим этот сюжетный до того, как начну его выкладывать. Такая тактика у меня в этом году. Давайте в 1/4, поехали. Итак, покажите нам следующих соперников наших. Блин, азиат на меня похож теперь. Да ё-моё, опять? Почему? Не понимаю, почему вот эти вот девчонки, они одеваются все одинаково, что ли? Там. Или как это вообще понять? Так, вот, зрелищность пошла. О, азиат, ты сразу ударил. Так, отобрать. Чисто было, чисто. Маленький да удаленький Алекс отработал сейчас. Ух ты, блин. Опа. Эй, ну это было очень жестко сейчас. На колено прям посадил. Пасик. Ударить можно уже было. Сейчас. Азиат-то еще и финтит. Давай, разыгрываем. Разыгрываем. И забивай. Хорошо. Голевая передача. Вот так. С дебютом. Кстати, шорты у него такие же, как у меня. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот тут я привез. Ну, блин, я хотел вынести мяч, а получилось, что я в борт его ударил. Он меня подтолкнул. Вот этот вот лысенький в черной одежде, он такой довольно жесткий. Неплохо. Можно обратно в разрезик. И сам же. Да. Отличный отбор. И надо было как-нибудь изящненько забить. Ну ладно. О, что за танцы, Алекс? Молодцы, как отзащищали сейчас. Так, замах. Такой медленный замах для уличного футбола. Жесть. Так, ничего себе ты творишь. Ну, неплох. Алекс. Давай назад. Нашему азиату вернем мяч. Ах, достаточно интересный был удар. И сейчас можно было забивать. Еще перехват. Просто вколотил. На самом деле я хотел изящно опять. Так. Ага, не дали долго пофинтить. Опять хотел что-то красивое сделать, и тут же потеря мяча. Вот что делает высокий уровень сложности. На легенде, наверное, вообще тут не до финтов было бы. Поэтому я и поставил не легенду, ребят. Чтобы вы понимали. Ну вот, и так пропускаем. 4-2. Ничего себе, они в воздухе мяч держали, ребят. Видели, да? Так, время закончилось. Но нам один гол осталось забить.
Всего лишь один. Давайте, ребят, соберемся и закончим. Ну как так-то? Ну, вы чё? Просто взяли, отпустили. Так. Оп, не получилось. Изящным ударом отправить мяч. Это не точно. Так, 4-3, между прочим, счет. Не надо расслабляться. Не надо, не надо. Ух, было близко. Так, Алекс. Спокойно. Забивай, говорит. Отсюда забьешь, блин. Вот-вот, я открыт. Алекс. В этом матче обыграть, кстати, никого не получается. Пятка не прошла. Надо было назад сыграть просто. Аккуратно. Еще будет удар мимо. На грани все, ребят, на грани. Да куда ты? Куда ты? 4-4. Да, азиат что-то не тащит сейчас. Последние мгновения. Что это за удар? Сейчас пропустим. Да. И что будет сейчас? Ну вот мы проиграли. И что? Да, у меня 3 забитых мяча, 1 голевая передача. Типа заново начнем сейчас или что? Я просто... Ну типа все, мы на чемпионат мира не поедем же, как я понял. Давайте проверим, что будет в такой ситуации. Ну да, начинаешь заново в такой ситуации. Просто тупо начинаешь заново. Вот это сюжет. Ну ладно, давайте дойдем до полуфинала. Точнее, до четвертьфинала и... Снова его сыграем. Что тут еще скажешь? Я-то думал, хоть покажут нам, что мы вот расстроились там или еще что-нибудь. Ой, да... Это все-таки не, даже хуже, чем было с Хантером. Я вам так скажу. Ой-ой-ой, между ног. Ну, я не мог этого не вставить. Красиво просто получилось. 3-0 мы тут рвем просто соперников пока что. Отлично раскатали. 4-1. Не, азиат получше, чем та барышня. И 5-й. Ну, опять-таки, первый раунд полегче. Как же я люблю праздновать, как Мбаппе, точнее, мой персонаж. Жесть, там локтем нашей девицы, этой подруги, в затылок просто зарядили. Удивительно, но у меня еще одно очко появилось. Видимо, потому что я сыграл больше матчей. Типа, окей, прокачаем еще дриблинг тогда. Еще копим 4 очка тогда. Ну что, второй раунд, 1-4. Понеслась. Давайте сейчас уж выиграем со второй-то попытки. О, кстати, дриблинг у меня стал получше. Это прям видно сразу. Ничего себе. Сейчас опять проиграем? Или нет? Или не проиграем? Красиво было. А еще раз. А еще раз. Да что такое-то? Еще. Еще удары. Все блокируют. Вот это разошлись соперники наши. Ой, сейчас будет 2-0. Да, пустые ворота. 2-0. Надо собираться, ребят. Надо собираться. Вот, раскат. Нормально. Подруга Магет. Сид, как ее в нашем переводе назвали. На самом деле там, по-моему, не Сид. Ее зовут. Хотя, а нет, Сид. Я думал, это третья буква, это... Оу, ну нет, это Ди именно. Третий пошел. Ну что, камбэчим? Перехватил Алекс. Пойдем, пойдем, пойдем вперед. Надо еще 2 забить. Мы 4-5 тогда проиграли. Перехватить. Ой, чуть ногу не оторвал женщине. Че, гол там нет? Нет, 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 играем. В разрезе, хорошо. Опа. Можно мне? Сейчас бы раскачать еще их как-нибудь. Не получается. Да, горишь. И пропускаем в пустые, да? Да, 3-3. Они ж не бегут назад почему-то защищать наши ворота. Ой-ой-ой. Это было совсем красиво. Не знаю, уместно ли сейчас это. Учитывая, что у нас такой пот здесь. 4-3. Просто до треска голеностопов был матч сейчас. Но ничего, вырвали. Вырвали. 5-3. Ошибка здесь, ну я. С середины ударил.
пустые ворота, не стал уж подбегать. Покажите нам теперь соперника в полуфинале. И везде вот эта женщина есть в такой же одежде, как наша. Абсолютно везде. Это очень странно. Ну ладно. Хорошо катаем. Только надо найти возможность, как их вскрыть опять-таки. О, геометрическая атака пошла. Опять с помощью борта. И отсюда. Не-не-не, сложно было. Беги к мячу, ну что ты, азиат? Ай-яй-яй. Вот это разобрался. Красиво. Мимо. Точнее, в перекладину, да? Ушел. Ну, блин, удар надо направлять по-другому. Не как в обычном матче. Я все время путаюсь. Все время направляю, как в обычном матче. А мяч идет не в ворота, а в борт. Ой-ой-ой, на замахе убрал. А почему не ударило-то? Надо было бить. Ой, я там врезался. Так, 1-2. Отнял. Нормально. Ух, ошибка. Я не хотел от борта, я хотел ей отдать. 1-3. Собрались. Да какого хрена, они просто все колотят нас. Так, пока 3-2, ну, на ход. А мы не забиваем, ну ясно, короче. Проиграли опять. Теперь уже в полуфинале. Блин, а можно и заново начинать? Это очень долго. Давайте-ка я сыграю за всю команду. Что-то как-то вот это все-таки не настоящий футбол. Поэтому хочется за всю команду сыграть. Попробуем, как это вообще будет. Намного ли легче, чем за одного? Давай, поехали. Они умеют, кстати. Вот она-то наверняка умеет многое. Она сама умеет открываться, нет? Ну, 1-0. Слушай, ну полегче, да. Сейчас хотя бы можно бить за всех участников процесса. Ну, пропускаем в ответ. Надо не забывать переключать игроков в защите. Вот что еще надо не забывать. Так, Алекс. На самом деле это был пас. Но получилось, что мяч обратно мне отскочил. Но это опять первый раунд, там как бы попроще. Да, обороняться стало, конечно, полегче. Намного легче. Так, японец. На пустые. Вот ударить с угла сложно. Все еще сложно. Японец, пустые. Ну забей ты там уже. Не получается. 3-1 мы идем в первом раунде. И не можем никак забить. Еще два мяча. Итак, следующий раунд. Надеюсь, тут тоже быстро разберемся. Но за всех я говорю, как-то получше играется. Вот, 1-0, видите? Она бы сама в жизнь не ударила, сколько бы я ни нажимал удар. А тут такой раскатик хороший. Ой, как тихонько покатил. Пока рвем. Да, за всех проще. Конечно, проще. Помните, как мои партнеры не возвращались назад, чтобы не закрыть пустые ворота? Вот это было вообще самое бесячее. Сейчас я это контролирую. Ого, вот это передачи пошли. Оп, головой. Это было хорошо. Да, можно исполнять. Вот, видимо, все-таки в сюжетный режим Вольта надо за всех играть, чтобы исполнять вот такое. Я вот все заново начинал да начинал, и у меня уже 3 очка навыков накопилось. Но ничего, копим еще на дриблинг. И потом на финты, чтобы уже 5 звезд было. Ну что, попытка номер 3. Будет забавно, если мы сейчас в финале слетим в итоге. Как ты не попала-то, как? Спокойно, азиат отработал сзади. Алекс. Ай, финтов нет, блин. А что-то меня, кстати, не встречают особо. Ну вот они не дают забить зато. Так, спокойно. Хорош! А, блин, ну азиат до конца боролся, сражался. Но все-таки мы пропустили. Красиво, но забить надо только. Ё-моё. Не получается никак у нас этого. Замах прошел.
Ну-ка. Да, блин, ну вот полуфиналисты реально уже играют как надо. Особенно в защите. Хорош! Я всегда на ворота бегу азиатом, потому что он большой, сильный, мощный и спасает всегда наши ворота. Еще и забивает голы. Ай, не забил такую красоту! 1-1 все еще. Так, я на воротах. По-моему, это лучшая тактика здесь. Потому что иначе нас просто раскатывают полуфиналисты эти. Алекс, хорош. И на ход... Он не забежал, на ворота быстрее. Нормально. И обратно. Да, смотри, что творится. А, не, ну это красиво, это зрелищно на самом деле все происходит. И так динамично. Насколько же это динамично. Ай, нет азиата. Может быть, ты спасешь? Вот она не спасла. 2-1. Два-два. Получилось все-таки. Вот они прям стоят на воротах, не выбрасываются, блин. Есть. Отпрессинговал Алекс. Так, ну неужели мы в финал выйдем наконец-то? 4-2. Тактика с вратарем работает. Не, ну если это совсем будет читерство, я перестану так делать, конечно. 4-2, перерыв. Блин, не успели мы до перерыва забить пятый, на самом деле. Ну ничего. Сейчас быстренько разберемся. Хорошо, заблокировали сейчас. Можно втроем встать на ворота, и что они сделают, да, вот там? Хрен пробьют. Алекс резко развернулся. Еще можно мимо. Ай-яй. Решающий пятый гол нам нужен. Отобрали. Алекс, ну, пустые. Да, блин. Ну, ладно, хоть так. Все, мы в финале, ребят. Ну, это настоящий челлендж. Прям такой серьезный. Приходится потеть. Я даже не думал, что этот режим заставит меня потеть так. Но, тем не менее. Ну что, финал? Финал будет тяжелым, я думаю. Еще сложнее. Да! Да! О, да! Ну, держись, следующий раунд! Так, хорошо, хорошо. Да! Все молодцы. Но работы еще много. Ага, выиграйте у нормальной команды. Может быть, хоть это меня впечатлит. Ты думаешь, это смешно? Ну, вообще-то очень смешно. Питер Пенка получил пенку в домик. Тебе стоит проявить уважение. О, так ты... Блин, ну там панна, а не пенка же. Это панна называется. Никто никогда не остановит меня на пути к чемпионату мира. И уж тем более кто-то вроде тебя. Чё? Пустое место прячется за юбками. Слышь, да ты просто клоун. Да, кстати, Пит, ты... Ноги не расставляй. Ну, понятно, наши переводчики опять не справились с игрой слов. Там Пен, Питер Пен, Питер Панна. Ну, поехали. Так это тот самый... Собрались, действуем четко с первой минуты. Тот самый товарищ бесячий. Давай, Сид, сейчас мы его. Сейчас мы его. Эй, он на ворота встал. Самый умный, что ли? Я не понимаю. Азиат? Ай, не попал. На ворота, быстро, 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 быстро. Все, близко к вратарю, к воротам встали. Там, если что, я его выберу. Буду сейвить. Вот как сейчас, допустим. О, все, нормально. Побежали, побежали вперед. И есть. 1-0. Так, первый пошел. Надо наказать. Надо, чтобы он немножечко нос-то опустил свой. Длинный. Этот блондинчик. Питер Панна. Блин. Так, 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 так. На ворота! А то вот такое будет происходить, да. Алекс. Пошли, пошли, пошли. Да, ё-моё, надо было самому бить, наверное. Так, спокойно. Прощают нас, ребят. Нас прощают. 2-0. Алекс. Ну вот, у них никто не крыл ворота абсолютно. Давай, хороший прессинг нужно еще организовать. А, я успел, только случайно нажал передачу. Так, тихо. О, ошибка. Дождались. Я хотел на замахе убрать.
Ой-ой-ой, как он технично ударил. Ведь она не справилась. Повезло, что мимо. Оп. Какая малышка против таких дядек, блин. Обыгрывает их. Ой-ой-ой, а что азиат сотворил сейчас? Оп-оп. Ну... Кайто Тамура-то, а? Все-таки нам знакомый нашего хромого тренера. Небрак подсунул, небракованного футболиста уличного. Смотри, что творит. И еще. Блин, удар только. Ну, а что, меня никто не держит? Окей, 4-0. Меня так спокойно пропустили сейчас. Ну, как это так-то? Рикошет, что ли, был? 4-1. Нам он все-таки забил один гол, но не страшно. Сейчас мы быстро. Оп! И! Две штанги, ты серьезно? А как раскатали, а? Ох, и нас теперь раскатали тоже. 4-2. Они решили камбэчить, что ли? Не позволим. Есть! Вот это была красота сейчас. Чуть-чуть изменил траекторию удара, чтобы они не засейвили. И все. Оп, между ног. Кто не любит между ног пропускать, ему между ног и в ворота прямо. А? Как красиво мы это закончили. 5-2 победа. С ума сойти. Этот ролик просто взорвет твой канал. Ты серьезно? Твой канал? Вы только что выиграли свой первый турнир. Тут будут 1000 просмотров, Джей. Или больше. Ну-ну. Ладно. Им все просмотры подавай. А Джей Зиня такой, хочешь, ну это же турнир, сказать? Типа. Вы выиграли. И? Вы прекрасно играли. И? Поздравляю вас. Так себе извинения. Но думаю, сойдет. Я пойму, если вы больше не захотите меня видеть. Но если вдруг я могу вам как-то помочь попасть на чемпионат мира, за мной должок. Не делай этого. О. Он сделал. Не-не, поверить не могу, что это произошло. Могу еще раз показать. Ну, Сид на самом деле будет против его этого так, чувака возвращения в команду. Мне азиат нравится. Готовьтесь поднять свой первый трофей. Да. Рэф. Да! Спасибо, Токио! Твоя команда показала сильный дух в игре. Да, это так. Йоу, Сид. Как русский уличный футболист в Японии выиграл вместе с азиатскими партнерами титул. Русский уличный футболист. Алекс. 9,7 оценка. О, серые камуфляжные штаны я открыл. Ура, ура, ура. Можно их напялить на себя. Зря, что ли, открывал. Там 6 передач в разрез надо было отдать. О, да. Теперь мы будем выглядеть как-то так, ребят. Как-то так.